Всем салют, а-за-за, значит, хряпс, распаковочкинг, не простой распаковочкинг, это один из моих подписчиков, сделал мне такой новогодний подарок, и, в общем, спасибо тебе, мой друг, имя он попросил свое не озвучивать, дабы не попасть под всякие взоры троллей, и прочего сброда. Давайте же посмотрим, да, что здесь. Черт, спайдерку прищемила перчатку. Здесь, друзья, внимание, находится паук. Это паук, который нам очень пригодится в нелегкой работе, значит, по записи. Радио и новостей выживальщика. Такой паучок. Собственно, сам паук. Вот он. Вкратце, что он дает? Дает он то, что здесь все крепится, значит, на вот этих вот таких резинках, и благодаря этому микрофон находится в такой независимой подвеске, и если что-то шатается у вас, то на микрофон это никак не отражается. Очень-очень удобно, шумы лишние теперь исчезнут вообще, да и так будет очень, мне кажется, хорошо. Ну, это вот сам паук. Тут еще крепежечки всякие, переходнички под разные. Так, ну тут больше ничего интересного, коробки нет. И хотел сказать журавлик, но это будет неправильно. Собственно, само счастье в виде разъемчика, струбциночки там к столу прикручиваем. Так, сейчас. Столу прикручиваем струбцину, вставляем в нее сей девайс, вот так вот, и дальше уже направляем куда что нам угодно. Здесь XLR, сразу выход есть XLR-овский, ну, когда-нибудь, я надеюсь, я обзаведусь, вот это вот открутим и поставим паука, я обзаведусь, значит, предусилителем, нормальными микрофонами, и тогда будет вообще замечательно, тогда вот этот XLR разъем очень-очень пригодится. Пока что он будет бездействовать, но все равно приятно. Огромное спасибо за такого вот паучка. На этом все. До скорых встреч и радиопередач. С вами был я, Метатрон. Пока.